Красноярск атаковали божьи коровки. На этих выходных тысячи насекомых буквально облепили стены домов, балконов и окон. Жуки проникали внутрь квартир горожан. Социальные сети мгновенно наполнились сообщениями о нашествии божьих коровок. Поступали эти сводки со всех районов города. Некоторые красноярцы писали, что боятся даже выйти на улицу, так много насекомых. Как объяснили нам ученые Сибирского федерального университета, подобное явление происходит у нас в городе каждый год. У насекомых миграция. На выходных было тепло, вот они и решили массово переместиться в лес на зимовку. Так что красноярцам это нашествие можно воспринимать как метеопрогноз. Скоро похолодает.